Хей, йогай, с вами Шимики, и мы продолжаем проходить игру под названием SpongeBob SquarePants. Что там, нападение роботов? Да. Восстание роботов, либо типа того. Окей, мы там получается престарелых, у нас там есть секретное задание, которое находится у нас на стульчике. Checkers, the king of non-contact sports. Так, мне нужно было сюда, да, сесть? Так, в русалогово, да, в русалогово пойдемте. А, я думал, вместе с нами, типа, пойдет. Типа, знаете, он понимает, такой, опускается и падает вниз. О, у меня только 2 хпшки, ё-моё. Так, ладно, сейчас мышку немножечко чик-чик-чик. Все идеально. Ну, не идеально, конечно, но все равно. Зло! Морской супермен и очкарик. Не подкрадайся так, как к морскому супермену. Сердце у него не то, что прежде, хотя, если подумать, у него все еще не то, что прежде. Простите меня, морской супермен. Я просто всегда так рад видеть вас двоих. В вашем замечательном присутствии я весь дрожу от предвкушения. Правосудие. Видите, у мурашек моих мурашки. Ладно, малец. Завязывай с этим и... Говори, зачем пришел. Ну, я бы отказался от новой защитных очков, но мои старые сел Патрик и раздавил их. Я это не имел в виду. Впрочем, хорошо, что ты здесь очутился, юная губка добра. Правда? Правда? Да. Шайка злобных роботов захватила защитную систему Русалогова. Тебе придется отключить ее и остановить их. Почему ему? Мы же совершенно компетентные супергерои. Потому что сегодня четверг, и мы записаны в целую ораве разных врачей. Ох, рыбий палочки. Совсем забыл. Иди созди комнаты и поговори с компьютером Русалогов. Она подскажет, что делать. Я принимаю ваше почтение задание, морской супермен. Вы во мне не разочаруетесь. Может, вам будет за меня стыдно, но вы точно не разочаруетесь. Поликлинику, вперед! Окей. Love opening presents. It's not just any sponge, it's Super Sponge, soaking up crime. Fresh like a spring breeze. Так, не наступайте на красные плитки на танцевальном поле. Короче, там, где желтая, значит будет красная, понял. Ну это легко. Так, подождите, что мне нужно найти здесь. Воу! Подожди, а как у супергубки там была новая способность? Т. Не помню. А фиг его знает. Ну, я понимаю, что мне нужно сбить с помощью шара. Так, ладно, это уже плохо на самом деле. Но это тоже понятно. Ого. Это же ковбой, да?
Не-не-не, я все буду забирать. Лазить куда я могу. Эй, золотая лопатка. Плюс компьютер, это он, да? Так, подождите, мне нужно... Куда? Ладно, го, я этого сначала победю. Ай, баги есть, я понял. Пускай лучше будет контрольная точка, чтобы я мог разбагать этого врага. Да что-то не прикольно то, что он завис. Вы можете использовать пузырчатый боулинг, чтобы по дворочкой колеса попадите по одной из сторон, чтобы увернуть. Так. Теперь я понял. Давайте его одолеем, чтобы мне не мешало здесь. Ну, как понимаю, нам туда нужно, да? А не, потому что мы оттуда пошли. А вдруг мне лапу так будет за это дали? Но зато тут есть дальняя атака. Так, а что мне получается? Есть проход туда. Ну, значит, мне туда нужно все-таки пойти. Ну, мы пойдем не сюда, а... Сначала сюда. А как мне тогда это сделать? Туда долезть? Я только не понял, что внизу там. Но это носок, кажется. Кажется, лежал носок. Но это не точно. Да, носок. Странно. Значит, что-то еще должно тут быть. Но я пока что не знаю, что. Может, как раз если я здесь кнопку нажму, оно и активируется. То, что мне нужно. Ну, я мог бы вообще туда и так допрыгнуть. Странно. Ладно, носки пока что тогда упустим из виду.
Так, а что у нас после количества видеороликов про Индиакалпс? Тайна морщинцы, супергероев, морщинцы, супермены и очкарика. Эти их не последнего. Сквидвард, я рад тебя видеть. И не просто рад, я... А невероятно рад. Ты не поверишь, что произошло. Да, да, конечно. Старпёр скидывает меня уже вел в курс дела. Нарехлый простофили отправили меня сюда, чтобы компьютер Русалога рассказал мне, что нужно делать дальше. Но раз уж ты здесь, можешь сделать все сам. Компьютером там. Нет, ты только посмотри. Я тебя умоляю. Что так сложно прикупить пару ковриков? А сколько места придется спустя, чем вообще думаешь эти старикашки? О, все так просто. 27-й эпизод Русалога захватила рощу чудище Бермуд. И они... Забудь! Сквидвард. Тяжело сделать голос, я не помню какой голос. Так, здесь нужен Partakes. Охо-хо, манай тут все светится. Люблю запах пузырей по утрам. Так пахнет победа. Тут... Вы мой герой. Ой, ты такой желтый. Что с тобой случилось? You're my hero. Hey. А, это для Патрика. Короче, здесь мне нужен сейчас только Патрик. Или не только. Конечно, лучше бежать по часовой, а не против часовой. Я сейчас пытаюсь понять, что я делаю с губком Бобом. Для чего я с губкой Бобом играю? You've just met the Sponginator. Sponginator. Ага, мне нужно еще как-то дальше было долететь. Да? Ладно, погнали брать Патрика. Попытаемся Патриком. У меня найдется работник для того, кто умеет швырять вещами. Представьте это нам, и отлично бросаю вещи. Вот что надо сделать. Берешь, бросишь фрукты и бросаешь вон в те воронки. Простите, брось фрукт? Нет, брось фрукт! Брось спас фрукт? Скорее, а не то, я взорвусь. То есть, я хотел сказать, воронки взорвутся. Окей. Мне еще нужно с самого начала арбуз притащить, поэтому адиос. Не, стоп.
Это мне еще где-то ящик нужно найти. Я понял, я просто так еще и туда не попаду. Хоп. Эй, я тебя знаю. Ты тот самый парень. Нам понадобится куда больше энергии, чтобы включить гидроакустическую модель Доплера. Как думаешь, справишься? Отсюда видно дом Сквидварда и сама Сквидварда. Без штанов. Хотя погоди, он же не носит штаны. А теперь слушай внимательно. Всего там 8 цилиндров. Если бросишь что-нибудь в цилиндр, он включится. Включи все 8 цилиндров, и я дам тебе награду. Что, прости? Я подглядывал за Сквидвардом и отвлекся. Просто начинай включать цилиндры. Я хотел, короче, там остаться просто. Что мне лучше сейчас сделать? Включить цилиндры, я дам тебе награду. Но я думаю, нам лучше сейчас включить цилиндры. Потом мы сделаем что-то иное. Да? Ой, блин, стойте, а такие компьютеры были, я уже забыл. Нужно включить все 8 цилиндров. Кинь чем-нибудь в цилиндр, чтобы его повернуть. Push button. Can't stop self. А, это. Я понял, что это за головоломка. И один у меня остается, да? Блин, найди меня без этого, да? Сложно. Зачем так сложно? Так я этот бросал, значит мне теперь нужно бросить в этот. Это один фиг. О, сделал, сделал, сделал.
Где моя награда? Молодец, теперь электричества хватит. Но зачем тебе столько электричества? Ну как же ноги парить? Конечно же. Держи, вот твоя золотая лопатка. О боже. Так, теперь у меня есть 30-ка. Ну что, поехали. Окей. Так, нам еще туда нужно занять, на ту сторону. Так, и здесь позакидывать арбуз. Ну, начну, думаю, с самого легкого. Пуч! Ясно. С какой стороны посмотреть на это? Самое легкое. Давай быстрее лопайся. А здесь будет сейчас мне интересно, как я буду проходить. Ты справился! Наконец-то я высплюсь. Плюс золотая лопатка. Росолоково. Так, а теперь давайте думать, что мне делать. Так, пока что возьмем губку. Хотя можно было Патрика взять. Ну ладно. Ну, конечно, конечно, ты так долго запуливал в меня эту ракету, что я мог даже за это время прыгнуть и ударить тебя. Поверил. Поверил, я верю. Подожди, ну это губка Боб должен делать. Ага. И? Как-то я не врубился. По идее, должна была еще та выдвинуться, но почему-то та стенка не выдвинулась.
Хотя она включена. А, он драться может. А как мне наверх забраться? Все, нашел. Все, найс. А, как раз труханы заберу. Fresh, like a spring breeze. Бежим, бежим, бежим. Найс. Он просто отбивается, короче. Чтобы я смогла взять под контроль систему безопасности, тебе нужно нажать на все кнопки перезагрузки. В русологе. Первое здесь. Нажать кнопки! Понял. Когда нажмешь на все кнопки, ты должен вернуться сюда, чтобы нажать на главную кнопку. Отключение. И ты получишь награду. Вернуться сюда! Понял. Ты меня слушаешь? Слушай! Понял. There's nothing like the smell of bubbles in the morning. Smells like victory. Так, нажмите на главную кнопку включения, чтобы отпустить мосты и попасть в систему. Я понял. Так, ну вот, в принципе, коробка. Ну как сюда взять какого-то персонажа? Погнали пока что сюда. Загружается. Долгие загрузки здесь, блин. Долго. Гэри, похоже, тебе удалось добраться до самой глубины русолога. А, так ты спустился на лифте. Ну и как мне подняться наверх? Ты прав. Наверняка тут туннели ведут себя наверх. Отличная мысль, Гэри. Ага. Значит, мне пока что сюда не нужно. Значит, мы сейчас пойдем пытаться отключить главный компьютер. А для этого мне, Патрик, как-то нужно забраться вот сюда, вот. Ну только Спанч Боб может так залазить, как я понимаю. Ладно, плевать. У нас пока что с вами просто прохождение. Потом, если что, буду за лопатками охотиться этими. И посмотрим, что я смогу сделать. Эх, полетели. Хорошо, но тут ничего нету. Thank you.
Так, удалил. Ча-чинг! Ча-чинг! Контрольная. О, нифига тут квадратики маленькие. Окей. Успею, 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 успею. А это вообще даже не здесь. Побегаем. Очередная контрольная. Изи. Просто бежим. Ау, ау. Ну, так и умереть можно. Fresh, like a spring breeze. Томанать! Меня просто закидали. Я чё, виноват? I'm ready, I'm ready, I'm ready. Тихо, тихо, тихо. I feel like a new sponge. Фу, я понял, я назад вернулся. Успел? Так, лопатку забрал. Зона котячих чего-то там. Нам сюда нужно. Ау. Ау. Да ё-моё, вы издеваетесь. Гарри! Гарри, что ты делаешь, Гарри? Серьезно. Подожди, там контрольная произошла или мне показалось, ладно. Ну это сложно сделать. Плюс я не понимаю, как мне тут так это провернуть. Ау. Ау. Томанать. Как подумал, блин, проиграл. Хоп-хоп. Тихо. Это сложно. Да ладно. Изи.
Бежим далее. Там что-то... Катище, что-то там. Love opening presents. Somehow I don't think he needs a hand. Oh, sparkly! Какие-то ловушки здесь, что-то еще непонятно. Что комары меня атакуют. Look, boy. Посмотри, Йонга. По тем стеклом золота. Золото, говорю тебе. Едва взглянув в ваши глаза, потеть начинают. Тебе просто нужно сбросить тот здоровый шар. Вот эту чашку. И как мне отправить шар в лузу, мистер Крабс? Сперва запустите вот этот механический при помощи боулинского пузырей, чтобы нажать на кнопку. Удачи, Губка Боб. Мой кошелек на тебя рассчитывает. Окей. Окей. Ага. Это все еще на время нужно делать. Как бы медленно едет, нет, ничего. Like the smell of bubbles in the morning. Smells like victory. Окей, теперь мне нужно понять, куда это катится все дело. Желательно быстрее туда добежать. Куда, куда, куда он едет? Подожди. Вот я об этом же. Хрена себе, чё так сложно? Хо-хо-хо. Так, а здесь нужно подумать, куда мне дальше. Как мне вот эту версию запустить? Чисто найз. Я могу с вентилятором просраться. Ну чё, поехали. Ждем, 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 ждем.
Да. Блин, это очень много времени забирает, херня. Ну, типа, на самом... Я только там не понял, как все это происходит. Слишком долгие процессы. Интересно, залезу на фонарь? Не залазит на фонарь. Я понимаю, что это чтобы время сюда наступить, попасть... Шарам для боулинга. Но все равно. Ох, я сейчас мог таминки плохие споймать. Почему? Вай. Чисто просто 2 минуты только на вот это убил. Глупое стекло. Вот здесь много времени дают. Очень много. Ну хотя бы здесь можно пока пофармить врагов. Сейчас уже буду делать. You've just met the Sponginator. Да-да, SpongeBob. Вот здесь, да, времени, можно сказать, немного маловато. Ну вот я стою, почему ты туда катишься? О, ништяк. Найс, неужто? Отлично. Так, а теперь мы убираемся отсюда, так? Fresh, like a spring breeze. Главный зал русологов. Ну, в принципе, да, мы компьютером отправляемся, так как мы уже все сделали, что нужно. Остался главный компьютер. Он нам еще тоже даст лопатку, наверное. Хотя мы с вами отключаем защиту безопасности, и это может, ребята, быть не очень хорошо. Потому что кто его знает, да? Я восстановил управление защитной системой. Вот обещанная тебе награда. Ты нашел все кнопки перевода в ручной режим. Теперь нажми главную кнопку включения. Интересно, фиолетовый цветок тут есть? Нет, это не фиолетовый.
Блин, жалко, что тут машины нету. Тут как раз для машины такой. Ву-ву. И они даже не падают. А в комнату содержания злодеев. Защитная система отключена. А наш осмотр в полном... Да здравствуй, справедливость во всей его мгновенной славе! Ага. И еще, мальчик, справедливость. Ты получил питание в 333 руссологов. Это расшифровка как зона. Это плохо? Морской супермен все еще пахнет. Да, я пахну! Только не это. Похоже, один злодей вырвался из заточения. Что? Злодей? Злодей на свободе! Кто это? Мэн Рэй? Атомная камбала? Грязный пузырь? Нет, хуже. Это твой заклятый враг. Креветка! Креветка! Кто-то меня звал? Ой, я так думал, что смотрю на супергероев, а приближаюсь и вижу, что это парочка выброшенных на берег рыб. Креветка! Я никогда не прощу тебя, безумец! А что креветка сделал? Хочешь, что ты только способен выбраться? Он положил все белую... Так, белую одежду? С крас... Все, что у меня было, покрасилось в розовый! Какой кошмар! Лично мне казалось, в розовом это был просто прелесть. Правда? Еще бы! Просто прелесть каким отстойным. Ху-ха-ха. Ой-ой. Что это за желтая штука? Плесень, что ли? Я не плесень, я губка. Мы разные на клеточном уровне. Да-да. Спасибо за лекцию, доктор ученый. Увидимся, розовенький. Клянусь семьей морями, креветкой, я не буду занять покоя, пока тебя не поймаю. Но сперва мне придется перевоплотиться из своего тайного личности в морского супермена. Ну, у тебя нет тайного личности, старый простофиля. Может, тебе лучше меня удостоить разочароваться? Я отомщу за тебя, морской супермен. О, битва с боссом. А, я типа должен... А, или мне на экраны нужно его вести. А, так подожди. А он выглядел... Он выглядел здоровым до этого. Просто жопа каким здоровым. Ну, типа, на видео. Трехочковый. А здесь он очень мелкий, как настоящая креветка. Надо все делать там, где роботов нету. Нет, нет, только не снова. Это нечестно. Неужели такая бессмысленный конец креветки? Креветка снова в тюрьме. Благодаря тебе, Фрэнки. Меня зовут Спанч Боб. Я кое-что нашел в ящике с носками рядом с горсткой розовых носков. Это еще одна золотая лопатка. Спасибо, морской супермен. Я буду стремиться всю жизнь руководством твоих безупречных примером. Ты еще здесь? Наша, у нас есть лопатка. Ну что, в принципе, все. Креветку мы одолели. Больше здесь ничего, так сказать, нечего ловить. Поэтому мы отправляемся. А отправляемся мы, ребята,
обратно в бикини. Ботом? Нет. Да? Без понятия. Ну, короче, мы уже заканчиваем серию, так как мы одолели босса. И закончили даже целый уровень, я вам скажу. В принципе, можно было не делить один уровень на две серии, а сделать как раз одну полноценную большую серию на 50 минут. Ну, 50 плюс. Чтобы все изучить. Новые враги, какие у нас здесь были в этом уровне? Это ковбой. И все. Ага, нам осталось еще только вернуться, да? Ну, вернуться это несложно. Или сложно. Зачем я сюда побежал вообще, если коробка наверху? Без понятия. Он даже до стенки не касается. Губка Боб, мне отсюда выбраться. В зависимости от того, какой выход тебе нужен. С ловушкой или без? Без ловушек, пожалуйста. Тогда иди в ту сторону. Или, может, в другую. Вот, мне тут нужен Патрик. А тут иначе... Блин, там есть проход, ну ладно, потом. Разберемся. Все равно буду заново ходить по уровням, собирать на... И лопатки. Сейчас, ладно. Ну что, давайте, я думаю, можем даже так закончить. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи. Ладно, дойдем до конца, так уж быть. С этого уровня. И всем пока.